Извечную фразу «как быстро летит время» нынешние школьники наверняка продолжат, особенно летом, на каникулах. Казалось бы, совсем недавно прозвенел последний звонок, а уже конец августа, и начинается традиционная педагогическая конференция. Она даст старт началу нового учебного года. Дорогие друзья, примите самые теплые и искренние поздравления по случаю нашей традиционной августовской встречи и начала учебного года. Начало учебного года – это один из самых светлых, добрых праздников, объединяющих все поколения, символ начинания, перспектив и новых возможностей. Я очень рад возможности вместе с вами рассмотреть, обсудить проблемы, задачи, которые предстоит решить образовательной отрасли города на протяжении нового учебного года. Уверен в том, что вы подробно и всесторонне, проанализировав итоги минувшего учебного года, наметите конкретные, реально выполнимые планы и задачи в предстоящий период. Развитие системы образования для нас – один из самых главных приоритетов социально-экономической политики. А забота о будущем поколении – самые надежные, самые умные и самые благородные инвестиции. Сегодня в нашем городе есть все условия для получения качественного образования. В педагогической практике образовательных учреждений сочетается богатый опыт, профессиональная мудрость старшего поколения преподавателей, новаторский подход и инициативность молодых специалистов. Образование не ограничивается уроками. Личность необходимо развивать, а также создавать условия для профессионального самоопределения, творчества, содержательного досуга детей, их адаптации к жизни в обществе, формирования общей и экологической культуры, воспитания гражданственности и любви к родине. Ключевой фигурой образования был и остается педагог. Именно к нему предъявляются высокие требования. Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее качество педагога-профессионала, без наличия которого невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства. При этом важно понимать, что только упорным трудом, старанием можно добиться поставленных целей и успехов. Ведь именно умным, грамотным, творческим личностям предстоит строить будущее родной страны и родного города. Хочу заметить, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции очень много зависит от того, насколько мы ответственны и дисциплинированы. Каждому из вас важно соблюдать все необходимые меры профилактики, чтобы не допустить распространения инфекции среди учащихся и сотрудников наших учреждений. Дорогие друзья, пусть в вашей профессии всегда находится возможность для реализации интеллектуального и творческого потенциала. А новый учебный год принесет вам много светлых и счастливых дней, станет годом свершений и добрых дел. Желаю вам творческих поисков и удач в вашей благородной педагогической деятельности, здоровья вам, профессионального роста и успехов, и добрых, отзывчивых, грамотных, настойчивых, великолепных учеников. Торжественный прием главы администрации не обходится без награждения. Благодарность за высокие результаты в педагогической деятельности вручается Галине Анатольевне Ахмедиевой, директору Центра развития творчества детей и юношества, Валентине Петровне Гончаровой, заведующей детским садом «Мишутка», Алле Владимировне Саакян, директору школы номер 24, и Татьяне Федоровне Егорской, заведующей детским садом «Дружба». Благодарность главы администрации и благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования вручается Сергею Васильевичу Сидорову, директору детско-юношеской спортивной школы номер 3. Нагрудный знак Министерства просвещения Российской Федерации, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации за педагогический дар, компетентность, за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования получает Наталья Юрьевна Рекаева, директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех». Нагрудный знак также вручается Людмиле Михайловне Мирон, директору 31-й школы. 16 педагогов награждаются почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования. На сцену приглашаются молодые учителя.
Анастасия Сергеевна Архипова будет работать учителем математики в школе номер 40. Ксения Андреевна Варнавская – учитель начальных классов 24-й школы. Кстати, она продолжает учительскую династию семьи Кривоносовых. Анастасия Александровна Саликова и Анна Николаевна Семенова – учителя начальных классов, вчерашние студентки педагогического колледжа. Алина Александровна Игнатенко – учитель-логопед Центра развития творчества детей и юношества. Коллеги пожелали молодым учителям творческих успехов, радости познания нового и профессионального роста. Искренне рада приветствовать всех, собравшихся в этом зале. Стала доброй традицией накануне 1 сентября собираться, подводить итоги, радоваться нашим победам. И я сразу хочу каждого из вас в лице ваших коллективов поздравить вас с началом нового учебного года, пожелать вам очень интересной, продуктивной и эффективной работы. Вчера, 19 августа, Василий Юрьевич Голубев дал старт нашим педвстречам, нашим форумам и нашему диалогу. Естественно, прежде всего мы подводим итоги, и с понедельника стартуют наши педстудии, где мы очень плодотворно с вами поработаем, проанализируем наши с вами успехи, победы, какие-то нюансы. Но я могу сказать с уверенностью, что система образования – это фундамент всего нашего города, всей нашей страны, потому что мы маленькая часть огромной системы образования. И как министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что образование – это динамично развивающаяся сфера. Она не может стоять на месте. Мы поступательно и уверенно движемся вперед. И я надеюсь, что вы, уважаемые коллеги, за лето отдохнули, вы полны энергии и сил, и перед нами стоят задачи, мы их будем реализовывать. И самое главное, что сегодняшняя встреча – это диалог с руководством города, с местным сообществом. И, пользуясь случаем, от имени огромной армии, более 2000 работников, работающих в системе образования, я хотела бы выразить слова благодарности главе администрации города Сергею Алексеевичу вам, Елена Ивановна, вам, как заместителю главы по социальным вопросам, потому что вы, как никто другой, Сергей Алексеевич, понимаете значимость и злободневность системы образования, потому что мы для вас стержень образования. И от того, как настроено педагогическое сообщество, так и в целом будет благосостояние и атмосфера добра, понимания и поддержки. И каждый год к началу учебного года мы готовимся. И есть вопросы, которые невозможно обойти или о них забыть, потому что безопасность условий в каждом образовательном учреждении и решение этих вопросов, оно каждый день у Сергея Алексеевича на контроле. Но, естественно, сердцем и душой все руководство и администрация города с нами и не понаслышке знают ваши проблемы. Поэтому искренне от всего сердца я выражаю слова благодарности за поддержку системы образования. Вам, Сергей Алексеевич, вам, Елена Ивановна. И вам, дорогие коллеги, потому что система образования города Новошахтинска входит в тройку лидеров. Это ваш труд, это ваши бессонные ночи, это умение и коммуникабельность работать с родителями и детьми. Что ждет нас 1 сентября? Очная форма образования. Об этом рассказал Василий Ильич, министр Лариса Валентиновна и Сергей Сергеевич. А это самое главное, что нет тех стереотипов дистанционного обучения, то, что витает в облаках. Мы очно встречаемся 1 сентября, заходим в классные комнаты, мы общаемся с детьми. И 1 сентября мы начинаем апробацию программы воспитания, начиная с дошкольной образовательной организации и завершая общеобразовательной школой. Естественно, не забывая о воспитании, мы реализуем планы воспитательной работы в учреждениях дополнительного образования, потому что социализация ребенка остается главной. Это фундамент всей составляющей жизни нашего и города, и в целом страны. Мы продолжаем реализовывать указы президента, в которых главная функция – это управленческая, и ответственность более глобальная ложится на плечи руководителей образовательных организаций. И естественно, первостепенным выходит на арену вопрос именно профессиональной компетенции управленческих кадров. Все это в контексте мы будем с вами решать 1 сентября. А сегодня всем хорошего настроения, энергии, здоровья,
Открытие конференции состоялось. Впереди напряженная работа и новый учебный год, наполненный радостями, переживаниями, счастливыми открытиями и достижениями.